Всем привет! Сегодня буду готовить творожную запеканку без муки. Хочу показать вам, насколько легкий рецепт. Значит, на 500 грамм творога 3 яйца, 3 столовые ложки манки, 3 столовые ложки сахара. Муки мы не будем использовать. Ванилин пачка и 1 чайная ложка разрыхлителя. Погружной блендер, но если нету, можно взять сито, пропустить творог через сито. Значит, в первую очередь нам нужно отделить белки от желтков. Итак, начнем с творога. Добавляем в творог яйца, сахар, ваниль и чайную ложку разрыхлителя. Взбиваем все погружным блендером. Маленько взбили, добавляем манку. Хочу напомнить, что творог лучше брать либо мелкозерненный, либо кремообразный. Рассыпчатый тут не подойдет. Взбиваем дальше с манкой. Оставляем в сторонку, будем взбивать белки. Пока мы будем взбивать белки, как раз манка немножко набухнет. Белки. Итак, взбили мы белки. Добавляем в творожную массу. Все аккуратно перемешиваем. Перемешали, отправляем в форму. У меня форма силиконовая. Если у вас обычная форма, то лучше постелить пергаментной бумагой.
Ставим в духовку, заранее разогретую, на 180 градусов, приблизительно 45-50 минут. Зависит от духовки. Запеканка наша готова. Я посыпала сахарной пудрой, но это тоже кто как хочет. Покажу вам, как она выглядит в разрезе. Посмотрите, какая красота. Она очень нежная. Я люблю ее еще вот так вот со сметанкой. Немножко сметанки. Пожалуйста. Вкуснятина готова. А у меня все. Приятного аппетита. Пока-пока.